После покушения на Потапова Люся, опасаясь за жизнь Алексея, настаивает на том, чтобы Потапов привлек ее к расследованию гибели отца. Ее помощь оказывается неоценимой и дает наконец Потапову ключ к разгадке, а также понимание того, что в его отношении с Люсей не все так однозначно. В течение нескольких часов убивают трех замешанных в коррупции подельников. У следствия нет сомнения, что преступления связаны между собой, но Люся настаивает, что все они случайны. К ней можно было бы прислушаться и на этот раз, если бы не выяснилось, что к делу могут быть причастны ее лучшие друзья, среди которых Макс. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.